Попадание на камеру может прославить, но совершенно не в том смысле, в котором хочется человеку. Такие моменты в этом видео. Девушка дурачилась на видео, даже не подозревая, что лишится телефона через секунду. Не повезло. Вот почему длинные волосы несовместимы с тренажерами. Хорошо, что все обошлось. Они просто собирались посидеть за бокалом вина, но оказалось, что подруга больше фанатеет по другим напиткам. Кот не очень хочет общаться с мальчиком, но кто же его спрашивает? Оказывается, если неправильно выбрать место для постановки, можно случайно спустить себя с лестницы. Барышне не повезло. Девушка хотела похвастаться своим образом на камеру, но неловкость движений сделала свое дело. Не на это она рассчитывала. Мужчина хотел забраться в машину, минимально контактируя с водой. Надо сказать, крайне изобретательное решение. Увы, намокнуть все равно пришлось. Даже в дождливую погоду в скейт-парке можно неплохо развлечься, если знать как. Даже упав на ровном месте, важно сделать вид, что именно так ситуация и задумывалась. Возможно, все и поверят. Невероятно, но идея намочить ноги в фонтане может оказаться не такой хорошей. Обидно, наверное. Целому ряду удобных кошачьих домиков хвостатый предпочел раковину. Да уж, кошек сложно понять. Что ж, возможно, танцует она и действительно зажигательно, но вот официантка из девушки так себе. Что может внести разнообразие в семейный праздник? Конечно же, отошедшие воды у беременной. Вот почему всегда нужно смотреть под ноги, а то все закончится как-то так. План был прост – отнести ведро краски на своем плече. Увы, оказалось, что расчеты подвели парня. Тем временем очередной любитель виртуальной реальности подрался со стеной. Что ж, бывает. Парень на ночевке не дождался, пока ему принесут одеяло, и лег спать в пакете. Наверное, просто устал. В разгар вечеринки может произойти всякое, но вот залезать на плечи подруги точно не стоило.
Ребята хотели снять эффектное видео для ТикТока, но в процессе что-то пошло не так, хотя вышло неплохо. Работа мечты каждого мужчины. Парень решил сделать костюм Железного Человека самостоятельно. Получилось то, что получилось. В такие моменты любые посиделки перестают быть томными. Парень хотел прыгнуть в бассейн, но в последний момент вспомнил про телефон. Эффектно вышло. Когда у вас разница в росте почти в два раза, но вы все равно продолжаете дружить. Такие танцы способны задевать даже случайных людей. Всем спасибо большое. Тот самый случай, когда шалость удалась. Девушка такого не ожидала. Тем временем люди продолжают думать, что пить шампанское таким способом будет весело. Нет, не будет. Зеркало в подъезде сводит с ума каждого, кто приходит. Интересное дизайнерское решение. Оставлять машину на этой парковке было опрометчивым решением. Вот водители удивятся. Говорят, роботы смогут заменить множество работников, как вот в случае с этим мороженщиком. Но, по всей видимости, не сегодня. Внезапное открывание люка в полу случайно отправило сотрудницу бара в подвал. Худший день на работе. Количество лошадиных сил при выборе машины решает. А как насчет мышиных сил? Парень решил оригинально спуститься вниз аудитории. Никто не понял, что происходит. Если дурачиться в ночное время на городской площади, рано или поздно все заканчивается именно так. А на что он рассчитывал, играя в баскетбол на такой площадке? По всей видимости, кино придется смотреть без попкорна. Очень жаль. Они спокойно сидели в очереди, как вдруг их скуку разбавила дрифтующая собака. Не каждый день такое увидишь. К такому работника в аэропорта жизнь явно не готовила. К счастью, нашелся герой, который спас положение. That's how you do it. Парень так тщательно готовил розыгрыш для друга, что сам стал его жертвой. Карма работает. Пить пиво в скачущем автобусе – тот еще экстремальный вид спорта. Не каждый так сможет. Когда настолько устал быть матерью, что кормишь даже не ребенка, ей бы поспать. К
кот решил не ждать, пока его покормят, и взял все в свои руки. Еле удалось поймать. Зачем нужен строительный уровень, если есть стакан пива? Изобретательно вышло. При достижении определенного возраста некоторые акробатические трюки становятся недоступны. Парень украл колесо с чужой машины и заменил его велосипедным. Преступник со странными мотивами. Крайне неловко спокойно наслаждаться едой, пока тебя снимают на видео. Даже не поесть нормально. Ребята хотели культурно посидеть на природе, но что-то пошло не так. Лучше б дома остался. Приглашенный на детский утренник Человек-паук хотел эффектно покинуть двор. Увы, он оказался не настоящим супергероем. Этот пес явно не любит соленые огурцы. Пранк над питомцем удался. Парочка хотела снять интересное видео, но помешал скользкий пол. Хотя вышло все равно эффектно. Такой подарок может преподнести только настоящий друг. Мы же вас...